Наш маршрут по заповеднику Шаро, потом вдоль моря Средиземного, потом вдоль Нахаля Александр и возвращаемся сюда, к Варьону. 49 километров. Небольшой набор высоты. Я не твой магнит. Ашраки бани нюха. Песочек. Ну как же, мы недалеко от моря. Я запрещен. Ну, что делать? Не едем. Илюха, ты пока по сторонам смотри внимательно. Что где растет? Все вписались. Мы были в деревне Мишмара-Шарон и едем в направлении Нахаль-Александр. Простят меня гаишники. По правилам пешеходного перехода. Нахаль Александр. Мы переквалифицировались временно в разряд шоссейников. Ну, таковы условия маршрута. Ну что, Йоник, пару раз нырнуть? А никто с собой клюв. Я могу с рыбы распугать. Черепахи, слушай, тоже. И там самой водятся. Наводные акулы тоже бывают. И брось кусок хлеба, 20 самок. Питу бросаешь, а так раз, он усы вверх, как локаты. Да, очень красивые места. Вот так это выглядит. Путешествие вдоль Нахаля Александра. Дорожки, напоминающие велосипеды. Ни разу не было. Ну, всегда я в первый раз. Ой, как красиво. Ну, какие красивые места. Смотри, плохих не держим. Это Эрец Исраэль. Тут интересно это вот, явление заметили, да? Постоянно уровень воды то повышается, то понижается. Там, ну, волнами, штормом, приливом наносится песок и образуется плотина. Там же течение небольшое, она не размывает. Я слева. Нахаль Александр тоже слева. Привет. Вот Нахаль Александр, он слегка зеленого цвета, но он все равно отличается от Нахаль Хадера, что он как бы чуть шире, чуть прозрачнее. Он, я думаю, что называется в честь Александра Зайда, который тут в этих местах был шумером. Нет, это Александра Македонского? Не, Александра Зайда, еще чего-то. Странно, я думал, в честь меня Александр. Да, может быть, Александр Македонский, я не знаю, может быть. Я думаю, что вас назвали в честь этой реки. Все Александры в честь Александра Македонского называются, поэтому в этом плане всегда правильно. Ну что, вдоль реки. А вот там, можно посмотреть на черепах. Черепаший мост будем проезжать. Крыс вот таких речных. Большие. Как можем догадаться, поскольку мы видим черепаху, что это, мы находимся на черепашьем мосту. У кого-то хлебушек есть? О, рвануло, смотри. Смотри, какая скорость. А говорят, что черепахи медленно передвигаются. Не, они даже не смотрят. Эй, не понял. Вы что, наелись уже? Па, подружка более умная. Домашний.
Вот сом, сом, смотри, смотри, вот здесь. Ого. Опа. Нашел, сейчас она будет с черепахой конкурировать. Так, ну что, едем или нет? Илюха, подойди. Ой-ой-ой, а вон. И слушай, мы по размерам с черепах. Какая драма разворачивается тут. За хлеб. Ну, поехали. Не... поехали, поехали. Наши пути лежат к морю. Пока мы соображали, так, что к чему, Йоник скрывается за горизонтом. Так, попрошу не брызгаться. Ага. Илюха сказал не брызгаться и своей массой нырнул сразу же. Пока мы выйдем, чтобы там все было в ажуре. У меня в рюкзаке есть пару бутылок. Это мысль хорошая, у тебя руки чистые. Йоник, выше всех, пей брать. Ладно, Йоник, ты купайся. Нет, ты не смотри, но я тебя тоже сниму, пожалуйста. У меня в этом деле большой опыт, давай, пожалуйста. Ничего не делаю. Вот только какие-то молодец. Ну все. Прелесть. Как вы думаете, сколько нужно человек, чтобы разжечь один гирогаз, да? Гирогазик? Оказывается, 4. Нет, больше, наверное. Только что было больше. Ветер сильный, но тебя ты, наверное, сэкономил. Нет, на кого-то вместо бензина, наверное, воду залил. Нет, это... Я говорю. Я сказал, 5-го не хватало. У нас обычно с огня начинается с такого. Сладкое, не нарушай диету. Гирогаз работает, я его разжигал. Так, у Илюхи что там по грибу стоит? Давай, будьте здоровы. Есть мне есть? Я уйди. Ради пьянства окаянного. У нас первое, второе, третье. Что будет? Махает, он симпатично. Да, он хороший. Заходишь в комитет. Один ему, один себе. Я ему сейчас скажи, дурных нема. Я не успешно скажу, что сейчас спрячу, хорошо? Дурных. А пряник к тебе. Хорош, хорош. Приворачивай. Ему больше рыбы надо. Забирай свой металл, пожалуйста. А ты прекрасный велосипед? А? Ты прекрасный велосипед, зря ты его обижаешь. Пришивай, все-таки можно. Так, ну... Синглы Средиземного моря. Моря. Йони вел с собой, как Моисей, Йоник вывел народ из пустыни. Я Thank you.
красный проход. Йоник, ты готов? Газировку. Пожалуйста. О, ух, спасибо. Будь здоров, Йоник. До 120 идти. Дыхаем. Мы закончили маршрут. 50 законных наших километров. Все живы и здоровы. Было жарко. Ходили по песочку. Купались в море. Кушали. Все было хорошо.